И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить модификацию Crash Bandicoot 2 от Самуэля Реричас. Мы отправляемся в четвертый его измененный уровень, который называется Руины. На первый взгляд может показаться жесть полнейшая, но на самом деле это не так. А, понятно. Да, вот тут есть баг такой. Так, ну эту коробку надо разбить обязательно. Ах ты, черт, поджарили меня. А здесь выживание, по-моему, нужно или не нужно? Я вот не помню. По-моему, не нужно. Блин, ах ты подлая, скотина подлая. Ладно, хрен с тобой. Так, ждем. Ждем. Взрываем эти коробки. Так, теперь осторожно прыгаем по стрелке. Тут у нас активатор сразу же. Так, активируем вот это все. Так, разбиваем коробки. Так, и вот сюда надо будет вернуться. И позже. Так, может показаться, что там что-то наверху есть. Но там ничего нету. Кстати, здесь есть цветной гем. Кстати говоря. А, нет, или просто гем. Просто гем, по-моему, не цветной. Так, ждем эту обезьяну. Включаем ей ТНТ-шку. И взрываем ее к чертям собачьим. Так, отлично, 24 коробки. Вау. Черт. Отлично. Дотянулись до этой коробки. Так, чекпоинт. Так, тут мы взяли маску. Не спешим брать чекпоинт. Все успеется. Нам надо запрыгнуть на этот железный ящик. Так, как это сделать? Как это сделать? Не сразу это сделать. Но это сделать. Так. Нет. Нет. Так, давай. Крэш, блин, да запрыгни ты на эту коробку. Ах ты, черт. Блин, вот крэш. Крэш, блин, да запрыгни ты на эту железяку.
Иногда, блин. Вот иногда он улетает, вот, а иногда не хочет прям. Вот черт, Крэш, блин. Никак, никак не получается. Ох. Нет, куда ты собрался? Ёлки зеленые. Вау. Блин, сейчас, секунду. Ах ты, черт. Чё ж ты не хочешь? Стой. Стой на месте. О! Блин, только что получилось. Но, запрыгнул. Не спешим брать чекпоинт. Катаемся чуть назад. Блин, куда? Дурак. Ладно, гем взяли. Хрен с ним. Обидно. Так, сбиваем эту коробку. Так, теперь осторожно. Осторожно, осторожно, осторожно. Осторожно, блин. Куда ты полетел? Да куда ты полетел? Ты можешь мне сказать? Давай, Крэш. Так, ждем. Так, не спешим. Развиваем эту коробку, развиваем вот эти коробки. Как так можно упасть, скажи? Блин. Вот до маски доигрался. Весело. Так, тут все сбилось, что ли? Так, вперед, Крэш. Так, разбиваем вот это. Теперь вот это.
Так, нормально я обезьяну подловил. Так, 22. Куда ты улетел? Ну блин, ну чё за беспредел-то? Всё заново. Не улетай, Крэш, не улетай. А-а-а! Весело. Чёрт, какую-то коробку еще не избил. А какую я коробку не избил, собственно? А, в начале, что ли? Я про тебя забыл. Ах ты сволочь. Так. Отлично. Обезьяну уничтожили. Так, коробка. Ага, здесь масочка. Кстати, зря я ее брал. А, или она будет постоянно. Так, аккуратно, аккуратно, не спешим. Идем чуть назад. Так, вот у нас столбец еще из ящиков тут появился. Так, теперь чекпоинт можно активировать. Так, разбиваем это все. Это все ценно. Так, ждем обезьяну. Так, теперь ждем. Эти огни. Черт. Ну давай, обезьяна, лети сюда. Иди к черту. Так, не трогаем этот ящик. Пока что. Куда? Обезьяна, сука, скинула, тварь. Откуда вылезла, я вообще не видел. Вот сучья обезьяна. А, вон она. Так, спокойно, активатор. Видим активатор один и второй. Так, вперед идти не надо сейчас. Теперь надо идти назад. И чекпоинт щупать тоже не надо. Так,
бревнами меня кидаются, гады. Черту, обезьяна тупая. Так, убиваем эти все коробки. Отлично. Ждем. Ой. Так, ждем. Куда же ты? Куда? Ну ладно. Куда? Ах ты сволочь. Блин. Не так я все делаю. Все не так. Да куда ж ты не долетаешь, ёпарасоте? Так, ждем. Где обезьяны сволочные? Так, тут у нас контурные коробки, все не активированы. Так, налево. Да же я. И к черту. Ах ты падла, раньше был. Убили гады. Убили гады. Так, ну давай. Пошли вон отсюда. Козлы. Да, вот тут активатор появился, активируем его. Давайте сюда пройдем чуть-чуть вперед. Так, ждем. И, черт, обезьян. Так, тут нам не пройти. Вон там у нас будет коробка. Это все потом. А сейчас назад идем. Кстати, используем этот чекпоинт. Так, аккуратно, Крэш. Аккуратно, аккуратно. Масок нет, придется выживать. Ну окей. О, допрыгнул.
Так, ждем вот эту штуку. Используем чекпоинт. Так, отлично, маска моя. Так, тут активатор. И жизнь. Сейчас идем в бонус. С вами идем в бонус, да. 82 коробки. Так, тут у нас кое-что без маски не пройдем. Мы. Так, разрушаем эти ящики. Куда я полетел вообще? Вот скажи, игра. Ты больная, что ли? Ну я сейчас не пройду этот бонус без маски. А хотя, может, и пройду. А хотя нет. Тяжело, хотя его пройти. Неужели нет способов, чтобы пройти этот момент, а? Не верю в это. Наверняка есть. Он наверняка есть. Черт, я взорвался все-таки. Блин, а? Давайте еще раз попытку сделаем. Не, ну не так же. Так, запрыгиваем сейчас на ТНТшку. Так, вот этот самый момент. Чёрт. Давайте еще раз попробуем. Можно, короче... Конечно, у меня недалеко так особо. Можно и сдохнуть.
часа я полетел. Так тоже нельзя. Ладно. Давайте сдохнем. Вот там вот есть маска. Теперь вернемся назад. Тут у нас появилась вот такая вот пирамидка. Так, а тут вот у нас... Черт! Ну как же так-то, блин? Ну почему? Поехали, короче, уже, блин. Долби это все, Крэш. Предлагаю вот так вот сделать и не париться. Так, все, прошли этот бонус. Наконец-то. Так, там обезьяна вот. Куда? Куда же ты, блин? Куда? Зачем? Почему? Блин.
Не спеши ты. Чё меня обжарило-то? А, это ты, сволочь? Так, убираем эту платформу. Быстрее, 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 пошли. Так, активатор, а чё он сделал? Чё-то он сделал. А, вспомнил. Сволочь. Так, понятно. Выбиваем там все, что есть. Фух, давай, Крэш, быстрее. Так, иди сюда. Так, и там еще одна дорожка. Стой ты, не тряси. Так, отлично, теперь нам надо вон туда допрыгнуть. Так, сейчас будем допрыгивать. Окей, допрыгнули. Так, теперь нам разве сюда, да? А, нет. Туда нам и не надо. Вроде как. Зато нам надо вот сюда. Так, мыши. Идите к черту. Так, что у нас справа? Коробочки. Так, я надеюсь, это все. 166 же? Да, это гем. Все. Прошли мы этот мод. Да, есть еще уровень Spaced Out, но там не работает. Что-то там зависает почему-то. Так, все, давайте сохраняться. Я не знаю, будут ли обновления. В общем, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих прохождениях. Ну или в сериях каких-нибудь. До скорых встреч!